Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу сделать обзор своей теплицы. Как растут помидоры, поспевают. Мы собрали помидор, ну, наверное, ведер 5 или 6. Я что-то не считала. И вот оборвала листву. Листва начала болеть. И вот так вот смотрятся у меня помидоры. Ну, помидор, я бы не сказала, что много, но для нас, конечно, их хватит. Мы не успеваем их есть. А салаты я на зиму не делаю. У меня мои домочадцы не хотят салатов. Раньше делали много салатов, а сейчас не хотят. Наверное, заелись. Ну, в общем, помидорки хорошие. Есть и крупные, и средние, и всякие. Давайте посмотрим. Здесь смотрятся помидоры мои так. Понемножку листьев оставила. Все равно какое-то питание должно быть еще у растения. А здесь побольше, потому что у меня здесь помидоры черри, и они еще успеют поспеть. Вот здесь смотрится так. В этом году больше всего мне понравились помидоры сердце быка и немецкая клубника. А эти помидорки, они тоже вкусные, но эмблемочка потерялась. Наверное, ананас. Или не знаю. Это вот у меня помидоры. Где там эмблемка-то? Вот столько вот такие кисти помидорные. И вот они начинают спеть. Это как она называется, господи? Королева Елизавета. Это мои помидоры. Я их и в прошлом году сажала. И вот в этом году. Здесь мы собирали уже помидоры. Вот. И вот так вот. Здесь вот помидоры такие большущие. Это СССР. Это сеньор помидор. Первые помидоры были крупные, а вот эти помидорки небольшие. А это СССР помидоры. Выписывала с канала «Витамины от Марины». А здесь помидоры. Здесь помидоры я не знаю какие. Вот нам попались помидорки вот такие. Не знаю, что это за сорт помидор. Скорее всего, как-то пересортица попалась. Но мне очень нравится эта пересортица. Вот. И вот такие оранжевые помидорки. Но это никак не красные. Вот. Надо взять семена помидор. Вот такие они вот красавцы. Так, здесь у меня чудо света помидорки. Это у меня император чуфу. Вот не знаю, чуфу это или нет. Я не знаю, крупные они идут или какие. В общем, что-то здесь все позапутано. Мне все перепутали. Эмблемки, дети. Вот. Так,
Это банановые ноги. На банановые ноги нападала сильно прям гусеница. Вот она поела. Поедены были. И очень сильно напала гусеница, поела листву. Ну, это уже я обрезала листву. Вот. Здесь у меня. А здесь я не знаю, какие помидоры. Так. Вот. Это, так, делишес. Это делишес помидоры. Вот такие большие. Сейчас положу помидорку. Вот такая она крупная. Вот. Помидоры хорошие. Здесь он пока обрывала. Помидоры хорошие. Жаловаться грех. И нам все равно хватает. У меня очень много помидор. Мы не успеваем их есть. Вот. Ну вот самые такие сорта мне понравилось: сердце быка и немецкая клубника. Так, это вот шоколадные помидоры, тоже очень хорошие помидорки. И крупные, и вкусные такие. Я люблю помидоры, чтобы были без кислинок. Не люблю кислинку. Так, здесь у меня видимо-невидимо. Но я бы не сказала, что в этом году было видимо-невидимо помидор. Так. Японка. Вот японка тоже очень вкусная. Вот такая японка. Сладкая, мясистая такая. Так, здесь у меня так смотрятся помидорки. Крупные помидоры, хорошие. У меня даже дочка пришла, старшая, и говорит: покажи свои помидоры дома. Это вот черри. А ей надо на засолку помидоры. Она крупные не очень любит. Ну, поесть-то у них есть, а на засолку это... Вот, а у меня все крупные лежат, а на засолку я сама засаливаю помидоры. Вот. Здесь вот. И вот посмотрите, какие кисти черри. Вот такие кисти черри. Кисти черри. Вот. Я говорю, все поперепутано. Я вообще не могу разобраться, где какой помидор. Вот. Розовый мед, помидоры. Ну, я их не формировала, как другие там обрывают какие-то цветоносы. Я ничего не обрывала. Так, вот это немецкая клубника. Она вся усыпана. Вот, вся усыпана помидорами. И вот такие. Все усыпано в помидорах. И здесь вот еще вот этот идет новосибирский хит. А это вот немецкая клубника. Вот. Ну, вот такой у нас урожай.
5 ведер мы собрали помидор. Муж побольше, но я как-то сильно не считала. Вот. Ну, а здесь мои растюшки, которые пришли мне с Борисоглебска. Конечно, очень хотелось бы иметь получше растения. Ну, будем выхаживать их потихоньку, помаленьку. Всем желаю крепкого здоровья, богатых урожаев, хорошей погоды. Всем всего доброго и до свидания. До новых встреч. Пока-пока.